Всем привет, с вами Ды Пикачу, и сегодня мы продолжим играть в игру Dreamleague Soccer 2019. У нас есть 400 монет. Давайте продадим Фодена, ибо у нас будет 860 монет. Ничего. Следующая игра будет в Кубке мирового вызова против Болтон Вондерерс. Мне кажется, или в прошлом сезоне мы тоже с ними и тоже в первом туре мы тоже играли с Болтоном. Погнали. Лионель Месси забивает первый гол. Если честно, я долго пытался скрыть оборону Болтона, но Месси это Месси. Он дальний удар на него. Стоп, мне кажется, или мяч прошел через голову игрока Болтона. Прям. Ладно, не будем. Конечно, если и мы сейчас пропустим гол. Чтобы. Ну, в общем, мы пропустим гол и не будем считать эти два гола. Чтобы ничья была. Ну что ж, мы использовали правило фейерплей. Это фейерплей, это чистая игра, можно сказать. Ну, то есть, это игра по правилам. Ну да, это, конечно, игра просто сломалась. Вот так вот мы правильно сыграли. Потому что, ну, прошел через противника удар. Ну, не будем считать это. Оба этих гола не будем считать. Отлично. Тему Пуки забивает первый гол в этом матче. Ну, честно именно. Не без каких-то ударов и призраков. Алиан Халилович забивает еще один гол. Я смеюсь с формы, которую я выбрал. Это в специальном приложении скачал такую форму. Я вам потом покажу, как это сделать. Ну что ж, 2-0. Ну, именно для меня 2-0, потому что эти первые два мы не будем считать. Так. Так, у нас есть 1000 монеток. И сейчас попробуем найти какого-нибудь защитника. Хорош. Давайте купим Андерса Кристенсена после следующего матча. А, хотя погодите. Ну, сейчас, так, где этот защитник? Ну вот за такую скорость давайте купим Пера Мертезахера. 36 скорость, 38 ускорение. Это, наверное, самый медленный игрок вообще. Ладно, следующий матч будет против Витории ФК. Погнали. Что за крутой момент тут Конде не реализовал? Ну, вот голкипер вышел далеко из ворот.
И вот так. Я уверен был, что Тимати тебя сейчас добьет, но просто вы видели это. Вот. Пау. Тимати Ва не забил головой тогда, и сейчас он забивает головой. Всем привет, с вами Дэй Пикачу, и я вспомнил кое-что. То, что я вроде в правилах написано или нет? Ну вот, там я говорил то, что еще будет правило, то, что вот в конце мы будем покупать игрока 75. И если он меньше рейтинга, то мы сможем к 75 прибавить количество. И у меня получилось 83. Как раз купим Давида Луиза. Так, следующий матч будет с Ависом. Кстати, я собираюсь продать какого игрока. Да, Бензиму я хочу продать. Вау, он такой дорогой. Отлично. Отлично. Харикейн наш новый игрок. Десятку он взял. Один. Ладно, понял. Ладно, вперед, погнали.